Привет. Я Коперник, у нас сегодня игра под названием Blast Brigade. Пока что демка, но посмотрим. Посмотрим, что она из себя представляет. Смотрим демки. Почему, в принципе, нет. Так, сейчас посмотрим, что там по месту осталось. Еще и нормально. Еще все хорошо. Еще все хорошо играть. Новая игра. Давайте посмотрим, что это такое. Так, ребятчики, не забудьте напомнить, что всегда можно подписаться на канал, поставить лайк на трансляцию, на видео, извиняюсь, мне будет приятно, вам будет приятно, все будет хорошо, солнышко будет светить, котики будут вам улыбаться, даже мама не признается то, что вы приемный. Вот так все будет хорошо. 1989 год. Мир захлестнула волна сверхпреступности. Для борьбы с суперзлодеями создается секретная организация Blast. Она вербует агентов с выдающимися способностями и уникальным стилем. Но очень скоро весь мир узнает об одной команде под кодовым названием... Blast Brigade. Оу. Неплохо. Прикольные очки. Кнопочка нажал, затемнились. Кнопочка отпустил, затемнились. О, сразу видно, да? Командир. Командир всех хуйни. Это свиту похоже. Хорошо, а? Короче, разбился чувак, не? Дикая лагуна. Какая-то новая область. Слушай, рисовка прям очень классная. Терпи, Джефф, терпи. Никто не должен видеть, что тебе больно. И что, наш самолет? Что ли не оценит? Ух, сейчас, секундочку, надо геймпад достать, надо геймпад расчехлить, секунду, сейчас все сделаем, сейчас все будет. Так. Оп-ча. Ну-ка, Space. Hey, minion of evil. Listen, прихватин зла, слушай. А тут психа одного еще, как его там... Доктор Крид? Или как-то так, блядь. Все-таки Бред. Доктор Бред? Ну, знаешь, чокнутый такой, блядь, содержим мировым господством. Приятель, я что-то как бы вопрос задал. Миньоны спят на посту. Надо будет пистяков обтираться. Никакая помощь мне не нужна. Я Джефф Джефферсон, агент Бласт. Я быстро откопаю этого злодея. А потом так же быстро его закрою. Чё? Он же что-то мне намекает, я не понимаю. Так, я могу в настройках. В смысле, блядь, геймпад не найден. Не знаю, тоже точно. А вот так. Тоже не найден. Что за хуй-то? Сейчас, секунду. Короче, я не знаю, почему он работает не во всех портах, все это делал. Ну ладно, ну в смысле USB портах. Так, ну самолетик.
Никаких секретов. А что пойму? Спасибо. Ну я не Марио явно. Секрет материала. Совершенно секретно. Да, точно, его зовут доктор Крид. На руке, что ли, записать? Запиши, запиши. Вверх использовать. Ой. Хорошо. Мне какое-нибудь оружие дадут, нет? Я ждал, где кто-то с каким-то бластером здесь летал на перевес, если я не ошибаюсь, или я ошибаюсь. Или я все-таки не ошибаюсь. Сейчас, 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 секундочку. Так вот, бам, так вот, бам. О, вот так вот. По-моему, идеально. Ну-ка. Уи. Well, well, well. Так, 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 что тут у нас? Ну, а совсем другое, блядь, дело. Просто пушка, знаете, что делать? Просто навидеть ствол врага и... Ну, ты понял. Патроны здесь не бесконечные. Но здесь я могу собирать монетки. 0 плюс 2. Здесь нет выживших. Еще бы ты вообще видел, взрыв эти психи из Бласкли и Ласты. Ну, Баскал, что один из них на пляже, хочешь сказать, он ошибся? Воу, конечно нет, доктор Крид всегда был прав. Это первый пункт в нашем трудовом договоре. Первый и единственный. За хуй-то? О! Гуд. Монетка. R, что прицелиться? R? У меня нет кнопки R. А, понятно. Это просто бегать, да, в разные стороны, а вот это прицеливаться. Прикольно. Хуета. Хуета, хует. Бабочки бессмертные, да, бабочки бессмертные. О, радио, теперь заживем. Пора выяснить, кто выжил после огненного пики. Пошел процесс. Да, армия. Де Армас. Как слышно, прием, поворчи немного, старикан. Че-то там живой, не живой. Когда меня слышно, Джефф Джефферсон вызывает капитана. Черт, как там зовут эту... Блять, она же говорила перед взлетом. Да похуй, Джефф Джефферсон, ты помнишь меня, там в самолете взлетели, а там бах, парабах. Да, похуй, в порядке, я чувствую, вообще похуй, даже дверь открыта. Опа. Гигантские заросли. Ты намекаешь на то, что это мамзель не бритая? Как мне слышно, насчет, как это зовут эту мамзелю. Муха-ха-ха. Это не муха, это мамзеля. Неужели вы думали, что так легко сдамся, капитан? Глупые шпионские игры. Вам не перехитрить гения вроде меня. Была всего лишь жалкие пешки. И я, великий доктор, смету их все. Начнем с вас, капитан. Стоп, а что это значит? Пилота? То есть ты командир самолета, а не команда шпионов? Вот пустая трата времени, миньоны, в лабораторию, живо. Вы придумай, как ее использовать. Если не целиком, то почисти. О, май. А ты, я вижу, скучаю здесь немножко, да, доктор? Нихуй, доктор. Закончите с девчонкой, найдите, наконец, настоящего шпиона. Ай, что-то немножко бодрящего сна. О, чувствую 7 миллионов долларов.
Пора поразмяться. Ой, иди ты нахер. Блядь. Так, вроде как это хуёвина, да? Две восполняет. Да, две. Угу. А, то есть бесконечные патрончики, да? Патрончелло. Блять, рыба-говно. Бамс. Чик-чирик. Чики-чики-чики-рик. Кридовости. Это что, про Егория Крида, что ли, рассказывали? Или как вот долбоеба эту зовут? Сгребнем. Егорий, Григорий. Похуй, не столь важно. Приветствую вас, миньоны. Говорит ваш повелитель доктор Крид. Эта штука записывает. Уже? А что ж, приступим. Я рад сообщить, что самолет Бласт был сбит на подлете к нашему острову Муха-ха-ха. Этот остров называется Муха-ха-ха. Му-ха-ха-ха-ха, вот так даже, да. В честь этого знаменательного события команда, управляющая лазерной пушкой Бурамбу Ростенс, награждается дополнительным отпуском и пиццей. А, секундочку. Не расходимся. Мне только что сообщили, что почти вся команда Бласт стала кормом для огромной медузы. Какая жалость. Пожалуй, оставлю всю пиццу себе. Ха-ха. Крид все сказал. Ублюдок. Так, альтернативная атака, прыжок. Да хуёк, блядь. Какой, блин, прыжок, какая атака, о чем ты говоришь? Все так хорошо, все так нормально, уже все привык ко всему. А я могу немножечко еще подлечиться? Нет, все. Типа хилка одна на один день. Один день одна хилка. Это печалька. Здесь не совсем удобное управление, но как бы ну и ладно. Пуксринг. Да все заново, серьезно. Ну все, я зол. Так, жирная рыба говно, а ну-ка иди сюда, отсюда.
Столько... Нет. Это тоже все взято, да? Блин. Прикольно, прикольно. Сейчас все разберем. Сейчас совсем, ребячки, разберемся. Так, это все. А, вот и мое все, да? Вот мой, мой скарб. Жалкий. Да, все монеты до единой. Интересно, что потом на эти монеты могу купить. Вообще красотища, глянь. Так, ты от стенок прыгать нас не умеешь? Нет, не умеешь. Ай, плохо. Чё-то типа Мэнхаков, вот это, да? Шпионский стройкомплект. Уцелевший шпионский материал, найден на месте крушения самолета, бла-бла-бла, на адрес мэнда заведения, укрытие полевых услуг. Полевых услуг, хорошо, хорошо, не вопрос. Хватит, вот и заебически. Так это никак, да? Не прострелить. Уях. Так, где там надувные рыбы где-то здесь были сверху? Там сундучало был где-то здесь. Или я ошибся? Не, не ошибся, но как-то вот как-то надо. Как-то, тут типа бэк-трекинг есть какой-то, я не понимаю. Походу, да, как-то бэк-трекинг все-таки есть. Было вниз. Бамс. Что так можно было? Я же здесь только что всех перебил, нет? У меня глюки. Да, они, видимо, реально респавнятся. Нахуя? Теперь я знаю, как вот эту всю дичь износить. Ну, не везде, видимо. Ты серьезно, сейчас опять этих... Ой, блядь. Боже мой, боже мой, боже. Ну, не, ну прикольно, не, прикольно, рисовочка очень интересная. О, сейвилка, все, заебись. Оу, О, все, восстановилось, прям заебись. Заебись. Ладно, есть план.
Если план А слопнулся, нужен план Б. Идея такая: спаси наших ребят, покончить с доктором бредом, угнать самолет и вернуться домой к началу мировой серии. Бах, план готов. Какой же охеренный, а? Неужели чему-то научился в академии? А что это? Что за... Ёбаный шкалёт. Вот это огромная медуза, да? Ай, гигантская медуза, отлично, похоже, здорово приложился головой во время крушения. Ты ведь не настоящая, правда? Правда, громадина, правда? Понял, да, настоящая, заебись. Эй, ты не до Кракен, сейчас тебя размажу, блять. Отлетела херобора ушастая. Ногастая. Извини, жалейка, мне пришлось тебя размазать. Ты выбрала не ту сторону. Папа. Это не можешь просто взять и уплыть. Давай-ка сфоткаемся на месте, иначе мне никто не поверит. Черт, да, Армас, вот просижен, прицепить мне камеру на голову. Крошка моя, с тобой все в порядке. Я так скучал. Больше никогда ни одна противовоздушно-лазерная пушка нас не разлучит. Не дуйся, я все возмещу. Как насчет поджарить пару-тройку болванов? Ты за... А, о, хорошо. Корявое, блядь, управление. Что это за энергия? А, для гранатомета, типа? Эти роботы мне даже жалко немного. Они какие-то беспомощные такие, все бедные. Бамс. Старшудовый журнал, год 1522 от РХ или ПХ, я хуй знает. А, Рождество Христово, наверное. 5 июня. Ужасный шторм разнес наш флот в щепки. Уцелело только два корабля. Их выбросило на берег этого таинственного острова. За всю свою жизнь я не видел места более неприветливого и жуткого. Растения здесь причудливы, а твари, ползающие под ними, омерзительны. В это сложно поверить, но мы встретили здесь людей. Эти дикари далеки от цивилизации. Они не знают нашего языка, им чужда элементарная вежливость, но выглядят они вполне безобидно. Мы водрузили на этом месте, на этом острове наш флаг, отремонтируем корабли и вернемся в Испанию. Да поможет нам Бог. Не помог Бог.
так, рыбу мою. Хорошечно. Бамс. А зачем эти монетки собирать? Кто-нибудь может сказать? Я до сих пор ничего не нашел, что на них можно купить, заапгрейдить, вообще ничего. И... такой, знаешь, маленький вопрос. Нахрена Казибаян? Нахрена Казибаян? Now, let's fast forward to something a bit more challenging. Welcome to the Ice Caves. Here, you'll meet a new character and wield even more awesome weapons. Sound good? Then let's kick some ice. Типа, открывай новых этих чуваков. Играй, играй, заебись, играй. Так, на Б менять что-то. Ага. Типа, новая локация, новый перс, звучит круто, но, блядь, заебись. Крюк, кошка. Ускорительный ремень позволяет совершить молниеносный рывок по горизонтали. Нажмите РБ. РБ? РБ. РБ. А, РБ. РБ. О, красиво. Yes. Не надо, хватит спать, ёбушки-воробушки. Так, крюк, кошка. Блядь. Понятно. Ты ж. А что дальше? Ты заебешь, а? Ну чё дальше? Опять, блядь. Thanks. Опа. А здесь Мэнхак летает, да, или что за говна? Ух ты! Так ты все, гулять. Мышечная память. Дополнительное оружие сегодня. Двойной выстрел. Неплохо. Больше ничего нет, да? Такс. Вжух. Ага. Значится, колючечки. Чё за говно? Он обещал улетел, но обещал вернуться.
нужно сюда как-то про... Ага, во, все. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вжух. Пожалуйста, сделай вжух. Блять. Блять. Дальше, 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 пошли дальше, посмотри, что там. Интересно же. Интересно, очень интересно. Это говно. Хера удобно прыгать одновременно, да, и стрелять. Да я ж нажал! Нет, все заново! Надеюсь, вражин-то хотя бы не этот, не заспавнили? Заспавнились. Ты жалкий кусок говна. Быстрей. Швычи, швычи. Ну все, пиздаем. А, все уже. Твою мать, ну что ты застреваешь ты своей жопой, блядь, толстой? Она почему-то вот перелазит всю эту залупу. Залупа, а?
Нормально. Нихуя себе, ебал, он щелкает, блядь, пчела. Это что, да? Там рычажок, типа, он так не открывается. Снайперка. Понятно. Ну и пух, пошли дальше. Главная скважина. Интересно, зачем они перерыли всю гору? Злые гении, все злые гении так делают, красные. Им нужна причина для того, чтобы... чтобы до чего-нибудь докопаться. Они делают это просто так. Возьми любимую миссию и обязательно наткнешься на психа вроде Крида. Какие-нибудь раскопки. А лучше вообще об этом не думать. Ты вообще не очень любишь думать, да, Джефф? Если много думать, думалка сломается, дорогуша. Интересно, а чем они, зачем они перерыли всю гору? Так, вот у крюка кошки нет, да? Зато это дэш. Чё, блядь? А дальше что? Дальше куда? Сюда? Сюда? Вниз? Вниз. О, снова. Шпионский стройкомплект. Такси. Сюда никак, да? Никак, да. Так, у тебя крюк окошки нет, отлично. Ой, иди ты нахуй. Короче, ребятчики, что могу сказать? Игрушка. Что опять? За 500 миллиардов километров? Ты серьезно? Ой, боже мой. Ну ладно. Игрушка прикольная, игрушка интересная. Единственное, что, конечно, тут баги-лаги и т.д. И очень интересное стим-сохранение. Но боссы, 2D-платформер с красивой рисовочкой. Все красиво, все хорошо. Это, естественно, демочка. Вот, полная версия будет либо позже, либо уже вышла, но, типа, я ее еще не купил, и я не знаю. Ну, мне кажется, прям интересно. Я бы поиграл, серьезно, я бы поиграл, без приколов. Прям, так сказать, у нас начали с нехороших игр. Наконец-то я перестал страдать от всякой дичи. Все, спасибо всем, кто смотрел. С вами был Коперник. Не забудь напомнить, что всегда можно подписаться на канал, поставить лайк на трансляцию, улыбнуться звездам, потрогать котика за его теплый носик. И будет счастье, счастье. Ну, не факт, что будет, и не факт, что сразу. Но счастье, счастье. Все, ребятчики, пока-пока.